И на третьей фазе, и на второй не надо убегать, Даларан. Вас хилы не прохилите, если вы далеко будете. Этот. Я в этот раз не смогу кинуть возложение по тебе, у меня КД. Пусть кто-то другой тебя захилит. Там Холи Павловского шока достаточно. Я же Африке поднимусь по ХП быстро. Да, только они их не изывают, поэтому я тебе кидаю возложение. Когда я говорю встаю, Оля, просто... Оля, чего возложение есть? Чё стоим? Ну, вообще обжор обсуждали. Когда я встаю, мне сразу ребафл дать. Стамину, каску. Это самое главное. И лапку. Остальное не так сильно важно. И триксы мне не дали подпорчу. Начало третьей фазы, держите триксы, давай этот будет давать. Краделька, Свет, давай тут лучше камер, чтобы, блядь, я знал, что дадут. Когда я баф получу, дай мне триксы сразу. У меня бабл не КД там случайно? Нет. Приготовились. Разошлись. Бля, почему твой демон бьет Авендроса Большого? Он второй по агро. Войд, подними. Мага, репав дайте ему. Мы стопаем дефес. Стопаем, конечно. Ау дефес. Вставай. Разошлись. Не убейте вообще. Петов уберите. Петов уберите. Петов уберите. Вставай, ты чё там? Не снимайте щит. Вот этот щит не снимайте. Не встаёт, короче. Прохильте. Все, бейте. Забиваем. Бабл. Бабл. Все, забирай. Рикси, давай-ка. Дал? Да-да-да. Отойдите с стороны входа, кто... Ладно, я нормально уйду влево. Готовься забирать там второй.
такой кастет. Все, взял. Меня ребаф, меня ребаф. Стерео мне три. Я уже дал. Веномчика хил, я не знаю, он далеко где-то. Да, я сам себе. Тащись координации, только отдавать. Сакру, готовься отдавать этот еврей. Давай массакру, еврей. Пять секунд. Холидес, сакру. Там, давай гимн на хп на всякий. Хорош. Да. Нормально, вижу. Конец-то, блядь. Носки. Проснить меня. Молодцы. Все, я пошел. Помогать. Я просто там пацанам помогаю, как бы. В Накс. Ну да. Пожарник. Фаги. Линкуйте. Какой же бомжи лука, пиздец. Масутра, можно, пожалуйста, линковать через этот РВ? Давай. Это из-за бомжи, да. Бомжи лук тут на первом месте. Который этот... Ты ж это понимаешь, что без воина это вот это вот, вот видишь вот это вот. Что это? Ну, крит просто, посмотри, да, процент крита. Кому с утра можно отойти на одну минуту? Без боя, да, да, давай, отходи. 38%? Да? Это идем, можете трэш чистить кому-нибудь. Это при том, что у меня 40% своего крита. Это что, пожарного хочешь или что? Ну, вообще, я думаю, да. Ну, ты давай вот тогда после всех боссов. А не сразу. Ну да, мы идем на Хадир. Все, ладно. Если надо будет, зайду на пожар. Ну все, вот. Камал, бери себе ключ, иди делай, а мы пока... Да я что-то, походу, и не могу, я потому что, походу, у меня есть все-таки квесты. Как он у тебя есть? Откуда? Это... Да ты брал... Собрание пиратства, да? Чего? С пугами его, блядь, убивал уже сколько раз, на. Третий рейд только осилил. Грудь кожаная, кому? Это все потому, что триксы мне дали, и все. Че тебе надо, блядь? Че? Да я тут уебок пишет один. У меня есть, не могу его себе забрать. Чатки. Блять, они на глуте вайпаются уже 6-й раз, пока мы тут били. Ладно. Ну, типа, я не могу забрать себе ключ. Ну, иди проверь. Зайди в архив, посмотри, там есть квесты, у тебя нет? Да есть у меня там из десяток, у меня там все пиздец, там квестов. Кидай мне, я сделаю. Только мне надо моба, типа, почистить. Как-нибудь. Блять, я не в ту сторону побежал. Че не сказал? Я не знаю, в какую ты хотел. Да, есть у меня ключ, эти квесты. Оказывается. Я не помню. Найдите священный планетарий, ну. А, ну вот это, ну вот. Ну да, да. Я что-то не помню, откуда он у меня, блядь. У меня просто, я, блядь, карту открывал, у меня эти показывал квесты. Типа 56-я печати. А. А, ты можешь сапнуть одного большого? Или нет? Нет, наверное. Не, там большие, они эти. Великаны, они не сапнутся. Так что, Трезот, давай, иди. Давай ты. А я пойду сделаю. Не, я тоже сидеть делаю это, в принципе. Добежать надо только. Сейчас, ну, короче, я... смотри, я сейчас в инвизе прохожу туда. Лутаю. Слушай, а может и мне засчитать?
Должно засчитаться, если планетарий. Ну, типа, а ну иди, я открою его, типа. Там к воротам просто подойти. Ты ближе подойдешь. Ну, а где мне встать? Да там, блядь, прям ко входу надо. Пошли, здесь нет моба никого. А, точно, точно. Я могу, короче, устаунтить, если что, если засчитал тебя? Нет. Давай, беги. Ну все, засчитал. Убегай. Пошли. Просто пошли-ка. Ну, блайн, похуй, а там порчу-то. Умри, это просто... Торима, я думаю, мы изи убьем сейчас, еще и пофиксили с хп там. Блять, а мне... Ладно, Тризот, делай давай это. А что такое? Для меня суманули, я суман принял случайно. Нет, тоже суманят. Ну иди добеги, я здесь стою, я вам рыб пока поставлю. Ну, то умирал. Сделай квест и... Да не надо Геру здесь... Без Геры, как с Герой. Ну, там просто сейчас еще это... Базарит долго. Ну, вот эти ступни 39 нужны кому-то еще? А то что-то они мне дают 2 стата. Такое себе, может, кому-то нужно на мейн. Что за ступни? Сейчас, вот эти. Они, конечно, лучше моих, но на 2 стата такое себе. Это что, на ретрика, что ли? Да. Я в ретриках не силен. Так я ж не спрашиваю, говорю, нужно кому-то или нет. Ну, ханта глянь. Мне кажется, он... Оба скинь трейд, вот паладина, который линковал эти ступ. Ханту, мне кажется, неплохо будет. Смотрите еще раз. Ну чё, Тризот, тогда без Геры. Всё, договорили, беру все кости. Давай смоним Тризот.
Этот, дайте баф. Великий правый разбиваем, РДД левый. Бафните меня, пожалуйста, фулл баф. Минут. Каску дайте. Да ладно. Каску дайте. Еврей, дай каску. Еврей тут? Нет. Че, это может так поедем? Нет, дай каску просто подыка. Погнали, да. Дай каску, нет. Так, все, давай поехали так. Великий правых. Да ну по отчету. Клыбы разбиваем быстрее. Зало надо в РДД у нас, хотя здесь можно и в мелике. Бабивари, дайте сальву хо чипиться. Полидас по креветочке. Вышли, вышли, вышли все. Зашли. Быстрее. Так добьем, что не разбивать. Да, конечно, это когда у тебя 50% крита не очень-то бумажит в этом боссе. Вообще не кайф. Мой плащ выпал. ГЦ-ком получается. Пишите, сколько у вас кусков, если что, блядь. Пали. То же самое. Может, трэш сесть тикториум пока. Ну, вообще, да, типа. Там 226 куски у вендора. Т8. Грудь и башка. Да. Да, креветочка. 219-х не существует. Десятки есть. То вендора не существует. У вендора их нет. Это 226. По второму сыграйте.
Кан, давай сейчас это. Ну, давай трэш почистим перед вторым, да. Ладно, никому им нужно. Нет, не 10 минут. Времени не так много. То же самое, токен. С обычки с хэма падает, баг. Когда хэм убиваешь, второй сундук появляется. Был один жрец лог. Только с ходера. Потому что только у ходера есть второй сундук. Че, больше никому не надо? Внутрь не заходите только. Это поставишь, да? Да, да, да. 7 минут. Сейчас я вернусь. Пацаны, посоветуйте мод на сталкера. Пол. Сталкер 2? Да не. До него еще. Нормальный мод. Там еще год ждать. Тайные тропы. Короче, давай с хилов шамагонщиху и еврей пойдете в этот туннель. Нир, тоже в туннель пойдешь. Блять, у нас ваши ПС, да? Короче, третий патик, кроме мискама, вся идет в туннель. Четвертый патик, кроме лосевода и креветочки, все идут в туннель также. Ничего из простов тут контролить. Ты сейчас встанешь в вот зону, сейчас все доставим. Я сейчас это поставлю метки. Давай, да, давай здесь. Пулю. Давайте, подожди, давай рыбав. У многих рыбы нет на стоях. Да потом рыбахните, давайте чего метки поставим. Это в контроль возьмите звездочку. Давай, не. Куда? Заходите. Стрим рыбов. ВМК, правильно? Да, да, да. Звездочка. У нас два шипа как раз весь. А по ходу пьесы там на арене внизу я стою. Мне тоже надо будет МКшить? Ты весь бой будешь МКшить. Вот этого пацана? Ушли вот, все. Нет, нет, нет. Ушли все. Все встаньте ко входу, все ко входу встаньте. Вот. Бля, я рыбу вам там поставлю, пошли фейс. Просто держи этого парня в МК, пока тебе не скажут отпустить. Угу.
Хуешьте. Только чтобы прокинь это шли или что? Нет, чтоб метки расставить, где будем стоять, сейчас всех поставим по местам и скажем, как перебегать. Где стоят милики, каждому человеку дадим место. ВМК возьмите, мапа. Да-да-да. Рейндж надо 12 держать, иначе ваншот, если больше 4. Есть void зона. Ой, сейф зона, void зона, бля. По кругу будет ходить Blizzard, мне он тоже из него выходить надо. Дамажит не сильно, замедляет, пиздец. Давай там останемся. Вы на ШП, который мискам и... Рамбик, стой. Вон там встал. Слышишь, что мискам и лосевод? Да? Мне в Рамбик, да? Нет, тебе пока что на место встать. Я не услышал. Я вам говорю, что лосевод и мискам будут на арену выходить мобы, их будут звать завоеватели. Завоеватели там какой-то залупы. Окей. Его надо будет взять в МК и весь бой, пока босс не умрет, его держать. Вот вы, например, им можно бить босса, вы его подводите, вы, получается, нас бафаете. Ты смотришь, когда у тебя МК спадает, ты его к тоннелю отводишь из рейда. Тоннель его отвел туда, ко входу. У тебя МК спала, пока он обратно в рейд бежит, ты его за МК что-то и опять. И так вот по кругу. Mass Dispel там тоже под босса не давайте, потому что вроде как снимает МК. Прости. Тремор снимает МК. Не ставьте Тремор. Все. Сейчас, подожди, подожди, не надо никуда бежать. Смотрите. Давай сейв зону. Давай сейв зону, 2 ШП в сейв зону, 2 холипала в сейв зону. Давай, лось, вот мискам в кругляшок. Я моба держу, мне отпустить его? Отпусти его пока, и там уже возьмешь кругляшок. Да, добеги в кругляшок и возьмешь моба. Так, дальше, в ромбике у нас я, вас и Шикамару давай. Нет, Кама давай. Кама, ты в ромбике тоже. Остальные Шикамару, Краделька и Ретрик в треугольник. Кому говорят все в метку идти сразу и там стоять? Дальше Эви, ага, Эви тут. Эви, да. Эви, Блэк Волл, Секонд Чпок, сюда. Поназывать метку идите. Блуну давайте. Так, все, пока так останьтесь. Так, тут у нас Найс. Сюда Обжорство идет. Авендосор идет. Креветочка идет. Четвером тут стоит. Оф. Крест сильно идет. Войд идет. Шамагончик идет. И кто еще остался у нас? Там что-то еще три чела почему-то стоят. Бэби Вару идешь в крест. Тоже. А Хант идешь в Луну. Веномчик, так, веномчик в звездочке, да. Все, всех поставлю. Танчить, вообще, помните, танчить помните, как в черепе стоите, ждете, босс спустился, вы его там, да, отсюда вы его встанешь. Развернули, идете задом в звездочку, не дальше, не ближе, ровно в звездочке. Как
Когда будет бой, когда не надо никуда бегать, там не выходить из метки, надо четко в метке стоять своей. Иначе ренджа пойдет по пизде. Так, теперь смотрите, просто я буду ставить вам метку. Вы будете контролить. Первый контролит Лусивод, второй контролит Мискан. Я буду ставить метку, сейчас мы будем на арене драться, и вы будете их контролить. Когда начнется вторая фаза, вы отпустите мобов, встанете в кружочек и оттуда уже законтролите. Поняли? А пока вы будете контролить центр. Вот. Дальше. Когда начинается вторая фаза, все сначала стоим в центре, добиваем весь трэш. Как только босса поставили, все разошлись по своей меткам. Стоите там. Как только босс накидывает на себя второй стак, вот, то есть второй стак вы еще можете стоять на месте. Третий стак, если будет цепная вот такая вот молния идти к столбу, что вам надо делать? Вот цепная молния идет к столбу за луной. Вам надо обязательно или вправо, или влево по диагонали вот так отбирать. Рейндж 12 метров. Вам нельзя цеплять чужие кемпы. Вот так уже бежать мне нельзя. Вот так. Вы отбегаете за вот этот столб. Ну, то есть, вот этот столб, он ударит. Вот тут стоите, вас вы не ударили. Прошла цепная, вернулись. И так вот тут каждый кемп, если видите, что у вас идет цепь такая вот к столбу. То есть, просто отбегайте. Отбегайте обязательно по диагонали. Если вы будете близко отбегать к другому кемпу, вы их можете ваншотнуть, сами сдохнете. Какой сейчас у вас вопрос? Вы не отбегаете. Кружочек стоит всегда на месте. Вас его не будет бить. Вас специально тут поставили. А, все, окей, спасибо. Да, не суетитесь, если эту молнию увидели. Не надо сломя голову бежать. У вас времени там будет предостаточно. Там почти секунд 10 эта молния. Изображение идет, и только потом уже удар. Да, тебя не бьет ничего, никакая ОЕшка. Вы просто контролите весь бой. Смотрите, когда вы законтролите моба, там будет два скилла, ими можно бить. Мобов обязательно держать в мили-зоне, то есть бить. Лучше в танках, вот в звездочке держите и бьете со скиллами. А это все знают, да, как выбегать с этого, где мы стоим? Я уже объясню. Смотрите, как бьет эта цепь. То есть, если цепь идет к вот этому столбу, вот где сейчас звездочка, вот если цепь идет, она цепляет вот этот столб и тот столб. То есть, по одному столбу по бокам. То есть, вам надо обязательно уйти за вот этот столб. То есть, вот сюда. И смотрите, где Blizzard. Не бегите в Blizzard. Если Blizzard с вот этой стороны, то вы бежите в другую сторону, вот сюда, не цепляя другой кемп. Да, и опять я по кругу, если что, этот Blizzard. Мы миллион его раз убиваем в хэме очень много раз. Третий статик убивал в хэме еще не фикшеном. Все. До фиксов. Поехали. Чего еще? Какие вопросы есть сразу задавать? Стойте, ребят, не понял. Можно сразу просьбу, друиды, не бафайте лапу по мобу, которого будем им кашить, потому что у нас нет пенетра, и у нас он резистится. Да, да, да. Потому что сейчас вы бафнули, я замкашил, сопрот был. Все, мы все поняли, значит, снимаем-ка. Только туннель идет. Нет, стой, давайте баф. Давайте баф, чек. Чек на пол. Фласки перепить. Все, давай, снимай. Тьма на ауру не вешается на них. Когда вы его отпустите, у него не будет темного. Сейчас. Аура паладина, я имею в виду. Не будет у него ауры паладина. Вот, ну, что да, стоишь. Да. Авендрос, что стоишь? Я в туннель говорил вам идти. Авендрос, иди в туннель за всеми. Креветочка, идем в центр. Что это? Где я? Кто вы, мой повелитель? Еще явились сюда эти чужаки. Да хуя, бля. Для того, чтобы убить тебя, их нужно остановить.
Слева, налево, налево перешли, туннель. Вот это. Да, контроль. Звезды. Направо. Как пройдет направо, направо. Сейчас еще один моб будет. Контроль. Бом, я тоже не выхожу, да, он бьет, значит. Налево, налево, да. Налево. Не выходи просто в центр. Там он, тимоба. Ну как один спал. Ну, сейчас будет. Вот. Контроль тебе, короче. Все, там кое-два контроля. Вы успеваете там нормально? Ну, вряд ли, да, у нас здесь 5 ДД всего. Я не знаю, как вы так распределили, но у нас здесь 5 ДД. В смысле, у вас вся третья пати, кроме ШП и вся четвертая. У нас 2 пати, лока, ну... шаман, сова и маг. У вас 3 лока, 2 шамана, с третьей сова пати, и 2 лока. Я вижу 2 лока с третьей пати. Кто не пошел? Ну... Мэйби, а почему ты тут? Конт Прок, сказали, еще что не пошел. Обивара в туннеле. Скончпок. Веру, у нас здесь 5 ДД. 5 ДД, 2 ФМ. Я вижу, пока. Вижу. Ну, блядь, челы чуть не пошли. Я говорил, блядь, кто идет. Ну, сейчас упадем, если вы не успеете. Горде уже. Беги быстрее. Только к лестнице подошли. Давай, сразу же. Поднимайся. Пуляй. Поднимайся. Сразу пуляй. И бейте все большого. Большого влетит быстро. Этих, да, не, да, бей. 600 тысяч. Да, я думаю, надо. Этих просто корни, да, я шаман. Агро. Все, и сразу же на тапках. Да. Сука, 15 секунд. Да. Ой, блядь, а нахуй. Давайте, давайте, секунд. Сразу удар. Может, удар мили атака. Нет. Тупо секунда. Ну все, вайп. Да уж. Одного ДД не хватило. Дайте диван. Дайте диван, мама срезу. Дайте кому диван. Приснем сейчас. Любому диван. А, здесь не сработает же вроде, мы же пробовали. Работает вроде, да? Тут как повезет, иногда работает, иногда нет. Ну сейчас посмотрим. Портал идет, вся третья пати, кроме... Ой, блядь, в туннеле этот ебучий. Кроме приста, вся третья пати. В четвертой пати идут все, кроме лосевода и креветочки. Все, остальные. Давай, все идут. Хорошо, я завтра посмотрю. Хорошо. Все вышли. Ты идешь с ними. Сказали же, что вся третья пати, кроме ШП. Лок, ты идешь в туннель. Секунд чпок, блядь, ты в третьей пати. Давайте быстренько баф, очень мало времени. Да. Я так понял, ретарка не зайдет. О, да, не, рака, написал, что у него. Да. Ну где вой, блядь, только что здесь все были. Фобос, нет. Отрегинишь ману, мы пока этих убьем. Все, давай, нет. Метки все те же самые у вас.
Кстати, сейчас ему, кажется, не надо, да? Сейчас нет. Камера надо, чтобы скинуть. Все в центр, кроме тех, кого надо начать. ШП тоже в центр. А на пула нет, да, в этом? Там просто лок срывает постоянно. Там есть хант. Хант идет. А, хант. А почему? Мы ханта забыли. Мне его даже второй. Да. Налево. Ну, если что, это ладно. Раскол жмите. Сальвы. Налево. Сейчас направо, аккуратно. Налево. Туннель налево. Звездочку. Контроль. Я первый. Я хотел его фокус взять, но видишь, что послал. Кружочек тоже контроль. Все, под моба все встаньте. Все, остальных убил. Да, моба можно хилить, если все хило. Ну, может, я еще одного законтролю проще. Не. Этого надо хилить. Боль. Аккуратно, не стойте сильно близко. Захильте звездочку, куда ты ушел? Надо хилить. Захильте звездочку, подхильте. Трахил на море. Дал мне возложение. Спасибо. Забери моба. Все, ока. Зря это нажал. Успевает? Да, все, упал. Мы еще мелких успеем добить. Давайте сюда. Обдотайте. То бой потом багнется. Один сюда пусть добежит. Че, по местам ставим? Сейчас, подожди. Еще нет, так как он спустится, по местам трэш убейте. Все трэш. Скульте босса, ударьте его. Все. Быстрее трэш залили, вот сейчас весь. Трэш. Завоеватель дохуя, блядь. РДД, все, кто сари, кто пришел с туннеля. Я, кстати, баф не помню. Это контроль возьмите печеньку. Я достаю. Присты. Милики, можете чуть дальше уйти. Милики. Класки, дальше это. Выпить. На макс. А чё, псов умерли? Блэклол Берневай, да. Захили. Войд Берни Камасутра у меня. Приз, контроль возьми. Забейте моб. Моб, железный страж, блядь. Войд, не достаешь до меня, да? Нет. Вот сейчас достаешь. Прохил. Массакр, да, я хочу. Я отдавал, когда пиздец был. Там чуть пол рейда не умерло. Ладно, на следующий отдай. Отдавай. Сука, прохил квадрат, потому что тут близко. Улидес, дай. А. Чему вы не отбегаете? Отбегать надо, шаманчик ставь. Ну, квадрат отбегает, да. Тут он обжорствует. А чё он с пулу так много пошотал?
Кто сейчас стояли неровно? Типа пятый человек где-то был? Падаем или что? Нет, кто-то очень близко к другому кольцу. Да, падать там уже хапал Безман. Милики, вам сразу падать, надо... Падать. Вам сразу надо отойти на Макса. Подбор. Вот прям вот вы встали на свою метку, видите, что можете назад немного отойти, отойдите на новую, назад. Иначе вас убьет танк. Просто танк не может отойти назад, но... Там так и не все поняли, что надо выбегать, как минимум. Человек. Я вижу, что все дохнут от разряда. Парни, вы не стоите по цепи. Видите цепь, что на, ну, на вашем, так сказать, радиусе. Отбегаете обязательно. Если вы не будете отбегать, старт, вы будете умирать. Первые два стака. Пока есть БЛ, можете не отбегать, потом это лучше. Да, как БЛ, короче, кончается, начинайте отбегать. Ладно, бля, не повезло, просто Хан, тоже иди в туннель сейчас. Быстрее там пройдете, что, блядь. Суть это понятно. Хан, ты слышал меня? Хан, угу. Давайте баф. Флай, ты можешь, пожалуйста, не убирать с мага лока в кулак? Ты их должен бафать. А зачем? Когда ты бафаешь мага, ты бафаешь пэта. Когда ты бафаешь локов, ты бафаешь пэта и демона. Ну ладно. Давайте быстрее. Погнали. Сейчас, секунду. Хавку я. Ну ладно. Так что крестик может чуть-чуть назад передвинуть, не? Зачем? Ну, их же сейчас шотнуло. Значит, они где-то соприкоснулись. Их не шотнуло. Не? Шотнуло миликов. А в крестике одного убило. Не, мне показалось, что крестик там сразу упал. Нет. Вот этого контроля. Ладно. Не бейте его, не бейте, сейчас, не бейте. Сейчас, ребят, я фокус. Туннель буду, налево. Да? Туннель налево. Еще один. Тоже контроль. Стоим, стоим пока. Сейчас направо будем перебегать. Пройдет, перебежали. Направо. Каст бить. Направо туннель. В моба, за моба останется вам, я могу... Дайте койл. Опоздали. Надо, чтобы вот этот дебаф он не вешался. Блять, вот сейчас может быть хуёво. Почему? Оставший хан пробрался. Не, просто... Захиливать? Ударный может бахнуть. Все нормально.
в танке, если у вас будет возможность, попробуйте Сив потаунтить. То она автоатакой хилов бьет. Она без фрейма. А, она вообще-то никак. Залетит. Упал лук в бой. Кастеров проверит. Пробудитель, пробудитель, позже. Ребят, слишком много мобов. Да, мобов пизда. Сбивают сразу МК. Вас вызовем. Назад рукой. Аси, фокус берешь, он пропадает или нет? Да как вот этим мобам. Называется сейчас мама, да. Центр, бля, ебать. Ок, ты рофлишь? Ну какой центр? Похильте кружочек, пожалуйста. А тут вай. Да, да. Это не... Все? Хотя... Да нет, ты чё? Они же уже спустят. Минус дохуя, да, да. Так, у нас сколько минусов, блядь. Ну, да. Чё, пробудителей было много? Давайте стану. Защитников, вот эти, но... которые вихрь дают, можно дизаром, блядь, вот. Три разбойника, только я один дизарм там дыбал. Таны, кики, на них все работает, блядь. Даже гауч, блядь. Посредств не знаю. А это шаман, который бежит в туннеле по центру, когда мы убиваем третьего миника, надо только с левой или с правой стороны бежать. Не надо по центру бежать. Ты в ушку попадешь и будешь стоять до конца боя. Ты всех победил там по кикам. Жалей жизнь ТПС еще. Кто-то спулил моба, да, мальчик? На комбо. Боюсь. Обычно локи пулят петами. Ты тпшнулся к Мемерону, а потом обратно? А он моп идет. О, вон. Здорово. Откуда этот моп вообще? Что там? Ильдар зайдет, нет? Рыл поставил. Он на пожарного столько зайдет. Да мы так должны убить, блядь. Просто не повезло на арене. Ну зато БР откатились. Давайте быстрее рыбу ешьте, рыбахаемся, погнали. Своё времени осталось хуйня.